Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики в социальных сетях и на вашем экране, как и на моем, гости нашего двора. Кормушки, приготовленные для представителей живой природы, готовит их наш первенец Юра на ветках сирени, кормушки для птиц, а это для кошечек, белочек. И вот посетители здесь, вы их можете наблюдать, и они довольно мирные посетители этого питательного заведения живой природы. Вдали видна белочка, тоже часто здесь бывает. Попробуем ее приблизить, увидеть. А вдруг? Давайте попробуем. Вот она. Пожалуй, будет тоже пытаться. Вот она уже близко к кормушкам. А вдруг? Да, она уже на кустике сирени. Она уже близко к кормушкам. А птицы на деревьях смотрят, когда можно подлететь. Но одна из них уже на ветке. Вот она. Красивая. Красивая птичка, ничего не скажешь. Не знаю, улавливает ли камера звуки щебетания птиц, но я их слышу. Очень хочется, чтобы и вы услышали, дорогие мои друзья, подписчики. Ну, котики или кошечки еще здесь, поэтому вряд ли птички, я имею в виду в массовом количестве их, как они обычно прилетают прямо стайкой. А это гостья одиночка. Ну что ж, вот так мы немножко с вами понаблюдали за жизнью этого ресторанчика для живых существ. Сегодня 4 января 2019-го. Бог даст. Не устану повторять, счастливого для всех нас года. Будьте все здоровы, благополучны. Искренне ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии.